Вы смотрите обзор товара «Керамический газовый обогреватель Veselin 2900». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Керамические излучатели Расчерт, Германия, не содержащие асбест. Кей-компактный размер. Два рабочих положения, горизонтально, излучающие поверхности вверх, вертикально, угол наклона не более 60 градусов. Можно использовать для приготовления и подогрева пищи. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.